разбил Голя! Разбил Голя! Говорят, что игры — это пустая трата времени, вред для здоровья и так далее. Хуйня собачья. Не верь этим глупым стереотипам. Многие думают, что игровой задрот выглядит вот так. Это не верно. На самом деле он может выглядеть как угодно, например, вот так, так, так и даже так. Задрот всегда в теме последней моды. Все задроты знают, что качать эльфа 80-го уровня уже табло прошлый век. Сейчас все играют в конструктор, беготню по лесам и полям, симулятор танкиста, симулятор гопника, симулятор долбоеба и еще пару десятков крутейших и богейших игр. Жизнь задрота кажется тебе скучной и однообразной? Да как бы не так. Каждый день у него разные приключения, новые знакомства и друзья, разные неда, новые девушки. А то и по две в день. Ты думаешь, что задроты — это безвольные тупые существа, и ты снова не прав. Вот тебе слабо проебать свою молодость и здоровье ради успехов в любимой игре. Задрота знают, уважают на родном сервере, он всегда в топе любой статистикой. А теперь подумай, кто уважает тебя и чего добился ты. Ты круто играешь на гитаре? Хуйня! Нет ничего проще, чем просто попадать в нужные ноты в нужное время. Ты занимаешься спортом? Ну и мудак, железки поднимать моба ума не надо. Ты закончил универ с красным дипломом? Ха-ха, ботаник ебаный. А тебя слабо в одиночку не затащить? Вот он может, а ты, Ирпа. У задрота отличная память. Он всегда точно помнит, где и с кем играл, и сколько нанес урона врагу на второй минуте замеса в прошлую пятницу. А ты помнишь хотя бы то, какая погода была два дня назад? А еще задрот всегда может удивить окружающих, выдавая вот такие эпичные фразы. Что, не понимаешь, о чем тут речь? Ты пить и тренируйся, днище. Задрот — это основа мировой экономики, так как на иллеры и донат он тратит 99% всех своих денег. Микрофон не в жопу, а развитие всех компьютерных технологий в мире происходит только благодаря задротам. Задумайся, где бы были все производители железа, если бы никто не покупал видеокарты за 50 тысяч рублей ради графончика. Да и вообще, от задрота со всех сторон только одна польза. А думай сам, он не создает пробок на улице, не мусорит, не занимает очередь в больнице, не ставит маршрут, по утрам не ходит на митинги, не сыт в лифте, не бухает яву на лавочке. Вызывает толму ненависти у соседки Валентины Витальевны. Если внезапно начнется зомби-апокалипсис и война, то тебя убьют или сожрут первым, пока ты гуляешь по городу с девушкой. А вот задрот выживет. Доказано. Задрот никогда не займет твое потенциальное рабочее место, так как ему просто нахуй не нужно работать на дядю. У него есть свой собственный кредитный менеджер, который всегда решает все его финансовые проблемы. Задрот никогда не уведет у тебя девушку. Это потому, что он просто выше всей этой романтической хуйни. Также задрот часто освобождает бюджетные места в вузах, за что им отдельное спасибо. Проведем небольшой тест. Если ты нашел здесь 5 или более знакомых слов, у меня для тебя плохие новости, чувак. Стоп. Чуть не забыл. Хочу сказать спасибо. Прошлый ролик набрал 2500 просмотров за день на моем ноунейм канале. Отдельное спасибо всем тем, кто ставил лайки и подписывался. Удачи!